22 ноября 2022 года. Это видео про осенний туман. Стою на остановке школы-интернат в поселке Знаменка под Орлом. Смотрю на дорогу. Время 13:20. Температура около нуля. Может быть, даже немного плюсовая. Ветра нет. И вот стоит с утра туман. Машины едут со включенными фарами. Удивительно это в полдень наблюдать туман. Вот такой осенний полуденный туман. Все в тумане, заправка, мост, все в тумане. Остановка, светофоры горят. И там тоже вот жилой дом, за ним школа-интернат Знаменская бывшая. Тоже все в тумане, деревья, машины, автобусы. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.